Я хочу показать на этом примере, как новое, то есть вот это поставили недавно, как они пытаются сохранять, как все старое оставляют, все старое, изжившее свое, остается. То есть, например, это, видимо, старый вот этот аппарат для вызова полиции или чего. То есть он здесь остался с очень древних времен. То есть он здесь не нужен, но он остался здесь до сих пор. И это интересно заметить, как одновременно они стремятся, им просто лень убрать это, либо они стремятся сохранить вот это, то, что уже является трупом, отжившим, да, вот таким уродливым. Это напоминает такую, можно сказать, в художественном смысле такую пасть, да, которую опустошили все изнутри, да, и со сломанными зубами, вырванными внутренностями. То есть вот осталось вот это вот. Это на самом деле страшно. Это то же самое, что я бы взял свою картину и повесил здесь. То есть это, если бы я картину здесь свою повесил вместо этого, то это вызвало бы сразу агрессию очень сильную. И меня бы там привлекли или... Ну, то есть, ну, безусловно, сразу же, в первый уже там час ее бы сорвали и выкинули. Вот. А вот эта, она до сих пор здесь стоит, и она будет здесь еще... Сколько она лет здесь стоит, она также будет и годами, десятилетиями здесь вот так вот висеть бесконечно. И ни у кого, никто не обратит на это внимание, ни у кого не возникнет мысли подумать, что зачем она здесь находится, она же пугает людей. Ну или она уже не нужна здесь. И интересно на этом примере рассмотреть, как вот это... Это как здесь сохраняется что-то ненужное, да, и при этом насколько агрессивно и насколько нетерпимо это место, я так назову это место, к чему-то новому, то есть даже какой-то красивый пейзаж, который здесь.